образ жизни на Леде нам пока почти неизвестен. Южная Африка того времени была довольно засушливым местом. Возможно, на Леде питались клубнями или плодами. Жизнь в открытой саванне полна опасностей. На костях на Леде не сохранилось следов зубов хищников. Но мало сомнений, что малорослые и не слишком интеллектуальные человечки регулярно становились добычей древних кошек и гиен. Были ли на Леде способны на человеческие мысли и чувства? О чем они думали? Что их занимало? Какие переживания обуревали их души? Размышляли ли они о жизни и смерти? Их мозг был невелик. Мы даже не знаем, умели ли они изготовлять орудия труда. Однако, быть может, кости неспроста найдены в темной глубине пещеры –